В кинотеатре «АЛАТОВ» прошло торжественное награждение победителей и призеров зимнего первенства города Бишкек по футболу, но все по порядку. В течение полутора месяцев в городах Бишкек и Гант на полях Национального футбольного центра, а также спортивных комплексов «Дардо» и «Абдышата» проходили игры зимнего первенства среди юношей и девочек 2002-2005 годов рождения. Соревнования проводились в целях развития детско-юношеского футбола в городе Бишкек, а также для повышения уровня мастерства юных футболистов. Организаторами соревнований выступили представительства Федерации футбола Кыргызской республики по городу Бишкек при поддержке Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек. В результате проведенных соревнований победителями зимнего первенства стали: среди футболистов 2005 года рождения первое место заняла команда «Дардой», а второе и третье место досталось командам футбольного центра и «Абдышата». Среди игроков 2004 года рождения победителем стала команда футбольного центра. Футбольные коллективы «Абдышата» и «Дардой» заняли соответственно второе и третье место. Среди юношей 2003 года рождения победу одержали воспитанники футбольного клуба «Дардой». Второе и третье место досталось командам футбольного центра и РСД «Ишор». Среди юных футболистов 2002 года рождения на верхнюю ступень пьедестала поднялись также футболисты «Дардоя», а команды «Абдышата» и футбольного центра стали обладателями серебра и бронзы. В соревнованиях среди девочек 2005-2006 годов рождения победителем стала команда «РСД «Ишор». А среди девочек 2003-2004 годов рождения чемпионом зимнего первенства Бишкека стал футбольный коллектив «СД «Ишор» спортивных игр».